Безопасность прежде всего. Уже скоро главный фонтан страны обзаведется новыми ограждениями. Установят высокие парапеты. Самое главное, появятся они на маленьком мосту. Сейчас на переправе вот такие гибкие ограждения. Пока в целях безопасности мост закрыт, но это временно. В дальнейшем у нас привезут из бронированного стекла ограждения, эти будут. И, естественно, как положено по СНИПам, 1,10 м само ограждение будет высотой. Установить ограждение обещают в течение ближайших недель. Впрочем, специалисты предупреждают, все-таки переправа – большая часть композиции, а не полноценный мост. Она не рассчитана на большое количество людей.